В Махачкале растет популярность безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте. Причина ясна. Поездка в таком случае дешевле на 2 рубля. Пока такая возможность есть только у тех, кто передвигается на троллейбусах. За сентябрь этим предложением транспортников и мэрии столицы воспользовалось 18 тысяч махачкалинцев и гостей столицы. Ожидается, что в октябре эта цифра вырастет. Важный момент. С 1 октября и до конца года при оплате картой MasterCard любого банка пассажиры получат дополнительную скидку еще в 3 рубля. Отдельным удобством является то, что оплату можно совершить и с помощью современных смартфонов и смарт-часов. В будущем к такой системе оплаты за проезд подключат весь общественный транспорт.